О боже, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Что это за брат? А? Кто? Пена. А. Иди сюда. Что такое? Иди сюда поближе. Обниму тебя. Блять! Нахуя? Нюхай, падла, нюхай. Сволочь, нюхай папкин пукиш. Как пахнет настоящий мужчина. Нюхай. Запоминай папкин пук. Папки не станет, у меня не будет такого. Вот это концепция, братан. Вот тут ты правильно сделал. Это понятное дело сердце. Молодец, здесь не будет антисердца. Здесь тебе сердце, брат. А? Кто? Пена. А. Иди сюда. Что такое? Иди сюда поближе. Обниму тебя. Блять, нахуя? Нюхай, падла, нюхай. Сволочь, нюхай папкин пукиш. Как пахнет настоящий мужчина. Нюхай. Запоминай папкин пук. Папки не станет, у меня не будет такого. Вот это концепция мне нравится. На, молодец. Не, я просто смотрю, вот это, блядь, где-то я видел. Ну, у меня ВКонтакте дурачки-то скидали, типа, блядь, сука. Сука, ух и тварь, а! Школьник. Фараоны какие-то, да что за бред? Блядь. Это я съел тебя, я пенис, и я тут главный, я. Я, конечно, концепции чуть-чуть понял, но чуть-чуть не понял. То есть как-то вот концепция, она двубразная, то есть, да, как бы. С одной стороны, я понял концепцию, но потом не понял. То есть, да, немножко не понял. Макс пришел в лабораторию и разбил стекло, да. Подожди, я не понял, типа я вышел на улицу, я вот выхожу на улицу, меня ведут. Я вышел, Пена спустился в подвал. В подвале откуда-то появился Макс, и он разбил стекло, там где я. А как я, типа я ж вышел уже. Как он разбил стекло, блин, со мной, если я уже вышел? Чушь какая-то. Тут не понял я вот этот момент. Брэд. Вот, пожалуйста, Макс. Это кровь, да, убийство, блядь! Я буду... И Пена бьет Макса. А как Макс попал туда? Если Пена выводил меня, а потом он зашел туда обратно, там уже был Макс и разбил стекло. Чё за Брэд? Там клоны. А, мои клоны. А что там мои клоны делают? Убивать мне похуй, я убивать буду! А, меня Пена клонировал, типа? А зачем? Жалеть о том, что ты не сделал этого ранее.
Не, ну Макс умер, а это главное. Что делать это сегодня? У нас завтра может не быть никогда. Не, ну концепция. Не, мне нравится, братишка. Тут по-любому сердечко.